Вот они говорили про ту территорию, которая между прокуратурой. Липа. Можно? Да, конечно. Я вам все время сюда мешаю. Это какое дерево? Я же свой. Какое дерево? Из-за чего парк возник? Рябина? Нет, вы мне расскажите, Ирина. Из-за чего здесь возник парк? Вы не скажете? Я понятия не имела, что нам дадут здесь. Я не просила здесь. Парк возник в знак протеста против... Это 600 дней, которые вы тут вам выделили посреди. 600, подождите, 35 метров квадратных. Сейчас, подожди, Миша, подожди. Саш, пойди. Подержи, ребята, подержи. Я вышла от него, что И вот можно сразу следующий кадр было и стало вот с этой березкой и как раз вот. Это что? Это рябина. Главное, чтобы она дожила. Рябина. Сломали. Знак поставим. Ну, два дерева, ребята, уже там посадим. Пойдем посмотрим. Поставим знак. Здесь, там, сейчас мы взяли. Ну, вы сами, да, уже? Да. Все. Да, мы так потом заделаем. Да, мы вот потом поймем. Пойдем посмотрим, да, что вот эту часть. И ту. Вот тут? Да, вот там что? Мы где-то шли. Да, мы хотим посмотреть. Да. Подождите. За месяц, два раза еще чаще. В один и тот же год. Есть же такие жужжатели. Конечно.